Ребятки, всем доброго времени суток. Приехал я на сервис МАН. По какой причине? Короче, стали делать мозги АКБшки. Сменщик звонит, говорит, ночью стоял, пока выгружался, загружался и не смог завестись. С горем пополам, короче. Вот отправили меня сейчас. Я съездил предварительно, прицеп поставил на загрузку, отцепил, да? Он на воротах стоит. В общем, приехал я на сервис. Меня первым делом что? Загнали на мойку. А моечка будет выглядеть вот так. Эта штука будет ехать, волосатая, и мыть автомобиль. Все по фэншую. Хотя машина чистая, друзья. Она реально чистая, не грязная. Но сказали мыть. Ну, мыть так мыть. Итак, ребятки. Зеркала свернули. С одной, с другой стороны. Начинает опрыскивать керхером. Грязь, наверное, сбивает. И дальше это самое. Посмотрим, что будет происходить дальше. Ну, мы пока включим телек, наверное, будем телек смотреть. Хотя зачем? Музыка играет. Итак, друзья, запускают аппарат. Сейчас он поедет, будет мыть, намывать. Водичка брызнет, ну, смотрите как. Вообще все по фэншую. Так-то оно раздвигается. А верхушка что-то не моет, не будет, наверное, мне крышу мыть. Хотя он не нужен. Прикольно, ребятки. Такая моечка. Оператор там управляет станком этим. Начинает. Вот, все, пошла жара. Сначала в левую сторону, потом в правую. Зеркало не оторвало, самое главное. Вот два таких валика. Проходит. Снимаю. Классно. Вот, ребята, пошла жара в обратную сторону. Так намывает он. И спереди тоже. Еще раз. Капот. Лобовое. Дела. Прикольно. Быстро, главное. И качественно. Далее, ребята, меняем сейчас АКБшки. Ну и все. Едем работать. Все, волосатики на исходную позицию ушли. Уехали, точнее, видите, с одной и с другой стороны. Верхушка тоже. Верхушка, по-моему, не крутилась. А может и крутилась. По-моему, нет. Ну, в общем, все. Сейчас он аккумуляторной батареи ящик помоет как следует. Ну и все, в принципе, будем выезжать. Друзья, все, помылись, выезжаем. Идем сейчас документы оформляем. Меняем АКБшки и в путь дорогу дальнюю.
Ман Трак Сервис, Бус-центр. Итак, друзья, подъезжаем мы к Батайскому кругу. Как всегда, полицейские здесь стоят, дежурят. На страже порядка. Много их здесь. Вот на один идет навстречу. Но мы ему не нужны. Здесь нормально, кто-то высыпал кучу прям частично на дорогу. Как хочешь, так не обижай. Много. 5, 6, 7, 8. 10 человек стоит, дежурит. Все, проехали Батайский круг. Осталось Кущевский пост пройти. Ребята, всем доброго времени суток. Проехал я после Батайского круга первого терминала Платки. За мной идет КамАЗик зерновоз, так, и у него залеплены нарочно бумагой номера, как спереди, так и сзади. Вот синий сзади идет, сейчас я его засниму, вам покажу. Будем сейчас ехать за ним спецом, посмотрим, как он будет проходить Кущевский пост. Вот пошел он на обгон. Залеплен, залеплен номер картонкой сзади. Сзади все то же самое. Мы пропустим. И на телеге прицеп. Картоночка, два хомутика, все как полагается. Видно, да, повторюсь, вот номер его. Даже очень интересно, как он будет проходить Кущевский пост. Посмотрим. Ребят, это зерновоз. Идет с перегрузом, дабы, чтобы не попасться под камеры видеофиксации. Номера залеплены, чтобы через рамки ехать, чтобы не щелкнула его камера. Но интересно, как он будет через посты. Вот. Посмотрим сейчас, что и как. Мне просто интересно. А с другой стороны, куда деваться людям, ребята? Если он будет по 20 тонн возить зерна, да, то он на солярку больше потратится. Невыгодно, в общем, возить по 20 тонн. Им приходится по 40, по 50, по 60 тонн таскать. С перегрузом ходить. А иначе никак. Смотрите, я иду. 90. И он шпарит 90 тоже. Такой КамАЗик бодрый на самом-то деле. Смотрите, друзья, КамАЗик, подъем с перегрузом. И вот спокойно, хоть бы что. Задний номер у него тоже залеплен. Снова пошел на обгон. Бодренько как идет. Видно, да, что нет у него ни номеров, нифига ничего. Все залеплено. Мне интересно, вот, как он будет проходить Кущевский пост. Просто интересно. Вот как раз проходит лесовую рамку. Нет, это не рамка. Здесь просто камеры. Лесовая рамка будет чуть-чуть дальше. А это просто была... Как ее назвать-то правильно? В общем, камеры. Потом опознавательные знаки стояли там. Все такое прочее. Ну а тем временем, смотрите, друзья. Поля зеленеют. Какие прекрасные просторы здесь. Это еще Ростовская область. Чуть-чуть нам осталось ехать до Краснодарского края. Буквально, может, километров 10. И будем мы в Краснодарском краю. Ребят, тем временем КамАЗик жмет в тапок. Смотрите, газельку пошел на обгон.
жмет, не сдается. Вот вы представляете, везет за спиною, ну, пускай 50 тонн, грубо говоря, да, и он, смотрите, он шпарит. Он реально шпарит по прямой, подъемы, ну, конечно, не затяжные, но все-таки он едет. Вот это татарин. У него там, наверное, двигатель модернизированный, наверняка турбированный. Что там можно сделать, не знаю, накрученная топливная система, которая ведрами, наверное, хотя не дымит, вот он идет, даже дыма нет у него. Хотя старые татарины дымят, как не знаю кто. А это нормально идет, все прекрасно. Значит, хорошо отрегулирована топливная система, что он так четко. И, кстати, запаха, вот я за ним иду, нету запаха недогоревшей соляры. Вот начинает на подъеме чуть-чуть дымить. Сейчас газелька пойдет на обгон его, он подсел. И нет дыма. Идет и идет. Пофиг ему, короче, все. Пойдем на обгон его, татарина. Тяжело ему, затяжной подъем дается. Вот. Впереди вот трактор идет. МТЗ 953.3. Ну, а мы дальше продолжаем движение. Особо торопиться не будем, подождем сейчас КамАЗика. Сейчас вот на спуске он даст жару, догонит нас. И впереди у нас Кущевский пост, Краснодарский край. Будем смотреть, как будет КамАЗ проходить препятствия. Итак, друзья, Краснодарский край, Кущевский район. Осталось нам 1,5 километра. Закроем окна. 1,5 километра будет пост. Посмотрим, как будет КамАЗик проходить. Вот она, весовая рамка. Рамка весового контроля. Вот он начал оттормаживаться. Почему? Потому что надо... Хитрости есть какие. А, ямки. Раз, проскочил. Вот КамАЗик тормозит. Для чего? Номера сейчас будет разлеплять. На автобусной полосе остановился, да, вот вылез, побежал дербанить номера. Это перед постом. Сейчас пост пройдет, опять становится, будет залеплять и дальше пойдет. Вот так, друзья, здесь и ездят уважаемые зерновозы, камазисты. Ну, как говорится, хочешь жить, умей вертеться. Вот так здесь ребята и вертятся, и крутятся. Ну, тем временем, как я и говорил, подъезжаем к Кущевскому посту ДПС. Транспортный контроль, все дела. Пойдем с вот этой фурой, с Ивекой. Так, один зерновоз прошел впереди, уже ушел. Его даже не тормознули. Посмотрим, сейчас догоним его. Что у него с номерами? Залеплены ли они? Нет. Тот зерновоз однозначно остановился. Номера разлеплял, потому что иначе вот лишение прав помог нам. Пулевки водительские. Ребята вот догоняют другого впереди идущего КамАЗика, который проскочил пост. Сейчас посмотрим, что у него там с номерами. Номера, по-моему, у него все чистые, разлеплены. Понятное дело, что разлеплены, потому что через пост бы, если он поехал бы с закрытыми номерами, его бы сразу взяли бы за задницу. Сейчас день он проканется, скорее всего, на пятачке. И номера, естественно, залеплены, поедет дальше. Так, задний номер чистый. Есть номер.
тягаче номер грязный, не видать. Вообще непонятно, какой номер в тягаче. Спереди номер тоже открыт. Все номера разлеплены, все открыты. Так что все нормально. Ну а мы продолжаем движение. Кущевская, 17 километров. Крыловская, 51 и 411 километров до Новороссийска осталось. Нам осталось ехать где-то примерно 150 километров до выгрузки. Так что едем потихонечку, работаем и любуемся красотами природы. Трындец. Ночью ДТП было. Фура разложилась. Причем так серьезно разложилась. Манчик. Без кабины, без всего. Бля, кошмар. Солярка течет. Жесть вообще. Кабина рядышком стоит. Поломались две бочечки. Жесть полная, друзья. Красоты Краснодарского края. Аварийные комиссары. Ясен, ясен. А мы идем на спуск. Река Кугаея. Блин. Язык, короче, сломаешь, как река называется. Далее, друзья, едем. И скоро у нас будет транспарк. Это что, Кущевский, по-моему. Посмотрите на флаги. Дует сильный боковой ветер. Видите, как флаги раздуваются. Встречно-боковой, короче, получается. Как дунет машина, аж, блин, чуть ли не переворачивается. Прям сильно машину шатает. Станица какая-то, не знаю, что это за станица. Не было указателя. Или, может быть, я проглядел его. Так что, там вот жилые сектора. Какие-то здания, заводики какие-то, наверное, совхозы, может быть, не знаю. А, это Кущевская. Конец, кстати, вот Кущевской. Ребят, а вот справа, прям вот справа от нас, что? Да, правильно, семечки Мартин, заводик, да? Где вот гараж, у них здесь вот Вольвы их не стоят. Вот на этот заводик проезжаем мы. Да? Прям полно он Вольф стоит. И следом транспарк. Стояночка, отель, мойка, шиномонтаж. Все дела. Заправка Лукойл. Здесь обычно заезжаю, обедаю. Но так как я сегодня уже отобедал перед Ростовом, заезжать не буду. Едем дальше. До Краснодара осталось 187 километров. Так что едем. Ребята. Ребят, как всегда, весной горят болота. Горят торфяники. Видно, да? Вот болото, камыши. Это и есть нехорошо. Больше скажу, это даже очень нехорошо. Почему? Потому что в камышах живет дичь. Такая, как утки и так далее и тому подобное. Итак, ребятки, практически добрались мы до места выгрузки. Чуть-чуть осталось, буквально считанные метры, ну не метры, считанные сотни метров. Пробрались мы, вот Краснодар знак, пробрались мы с пробку. Была пробочка, километра 3, наверное, простояла в пробочке.
Ну все, дальше вроде как все побежало. Едем дальше вроде. Смотрите, погода какая прекрасная. За бортом плюс 20. Сегодня 3 марта. Давай, газуля, выгазовывай. Ну, думаешь, нет? Не хочешь, как хочешь. Я тебя пропускал, ты стоял, в носу курял. Теперь стой, жди. Ковырял нас, надумал ехать. Так, ребятки, за бортом, повторюсь, плюс 20. 3 марта 2020 года. Время 15:20. Немножечко опаздываю на выгрузку по причине простоял в пробке. Надо было заснять это дело, но что-то как-то не до нее, не до видеосъемок было. Ладно, едем. Вольвочка. Рефрижератор 16-метровый. Первый раз, кстати, вижу 16-метровые рефы. Второй раз я его обгоняю. Фа 16 пробитый. Так, ребята, проезжаем автосалоны. Ну все, и на съезд. Татарин. Бумагу с паниками, с картоном. С ОСБ идет. Смотрите, впереди какой маленький самосвальчик. Первый регион. Маленький кузовочек. Вот это яд, наверное, как он там называется. Ничего такой. Красавчик. Обгоним. Точно. Джек, яд, как он правильно. Или Митсубиси, может быть, вообще. А, это Митсубан. Точно. Митсубиси. Так, ребятки, вот она развязочка. Сейчас уходим вправо на Кропоткин. И все. И мы дома-дома. Смотрим. Зерновоз. Нанан. Вообще выезжают, как будто так и надо. Торопятся, торопятся, ребята. Ё-моё. Давайте, ладно, едьте, братья. Старшие или младшие. Вот он, съезд на Кропоткин. Входим мы на Кропоткин. И стоит знак Краснодар. Здесь притормаживаем, смотрим слева помеху. У нас разгонная как бы полоса, но слева все равно надо знать, потому что машины могут перестраиваться вправо на Ростов ходить, на объездную. Могут тебя прижать. Так, ну все, мы вышли, снаряд стали. Проезжаем 500 метров, сворачиваем, и мы на месте. Смотрите, какой наглый КамАЗик. Ну пускай, заходи давай. Раз в лес. Летит, вообще ничего не бояться. Так, ну а нам уходить вправо здесь, все. 100 метров, как я и говорил, мы проехали. У нас горит стрелка. Ну, уходим под стрелку направо. Получается улица Почтовое отделение. Все, ребята, поездочка наша подходит к завершению. Сейчас, если ворота свободны, сразу ставим машину на выгрузку. Идем обедаем в столовую. И ложимся на заслуженный отдых. Много здесь лежачих полицейских понастроили это для того, чтобы люди на легковых не гоняли. Но, по-моему, они им до лампады. Все тут не то, что ездят, а летают, как самолеты. Еще одно КПП. Еще очередной лежачий полицейский. Опа! Их сейчас здесь будет очень-очень много. Вот слева от меня тут столовая. Не буду вам показывать.
буду показан лежачий полицейский. Это вот уже третий. Вот он четвертый. И впереди еще два их. Рацию можно выключить, так как мы уже все приехали, в принципе. Вот снова полицейский лежачий. Ребят, знаете, что вот меня бесит вот здесь? Нам сейчас поворачивать налево, да? Впереди стоит газелька темненькая, видите, да? На повороте стоит легковая машина. А так как у меня 16-метровый прицеп, занос у меня большой, поэтому они меня бесят. Эти газели стоят, здесь сам стоит. Так, ворота мои вроде как свободны. Так что сразу ставим. Константин уже ругается, говорит, где пропал. Константин стоит на воротах уже, все. Мои ворота тоже свободны. Ставим машину на ворота. Идем, обедаем. И все, как говорится. До скорых встреч. Включаем аварийку. И сдаем. Открываем окно, сдаем задний ход. Продаем звуковой сигнал. Справа от меня парковка, дабы не зацепить машины никакие. Сейчас сами увидите. А, видно вам, да? Вот они, машины эти стоят. Ну а мы постараемся с первого раза завалить. Получится? Нет. Мы очень постараемся попасть в ворота с первого раза. Нет, переборщил, надо вперед маленько дать. Чуть-чуть переборщил. Вперед протяну. Выровняешь машину. И можно вставать смело на ворота. Так, ребятки, ставим под ворота. Четко все видно, да? Все ровненько. Здесь и здесь. Все, ребята, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, я пошел относить документы. И до скорых встреч. Пока-пока. Следующее видео будет боевая Нива для оффроуд.